Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур. И сегодняшнее видео посвящено такому проекту, как Zion Trade. Это мощнейший инструмент для приумножения денег в интернете. Этот проект действительно заслуживает вашего внимания. И на моем канале уже ни много ни мало, там, по-моему, это 17 или 18 видео по счету уже записывается о данном ресурсе. Это крайне редко. Вообще бывает у меня на канале, чтобы об одном проекте так было много видео. Это прецедент. Действительно, проект уникален. К нему нет никаких нареканий. Он работает, платит, выполняет свои обязательства. И самое главное, что ключевое, то что его деятельность, то что он заявляет, на чем он зарабатывает, подтверждается реально торгами, реально действиями. Мы можем отследить историю сделок, сигналы, которые дает данный проект о покупке, продаже той или иной криптовалюты в онлайн режиме. У нас постоянно есть информация, которую мы можем пользоваться, можем сами пытаться приумножать, да, вот, покупать, продавать криптовалюту и на этом зарабатывать. Но мне проще доверить средства, потому что здесь настолько большой объем идет сделок ежедневно, что этим нужно жить и постоянно сидеть у компа. И то, что делать, это мониторить за сигналами, покупать и продавать. У них в Телеграме постоянно эта информация публикуется, и на сайте мы можем в онлайн режиме отслеживать эти сделки. Такого в интернете нет. Вот сколько там мы проходили хайпов, сколько всяких инвестиционных компаний и так далее, у каждого из них есть какая-то легенда. Но чтобы изначально проект давал сигнал о покупке криптовалюте, а потом сигнал, когда нужно закрыть эту сделку, такого не было. Возможно, похожие какие-то моменты были, но чтобы выдавался профит постоянно, из месяца в месяц, такого нет. Смотрите, Zion Trade, лично я здесь участвую 230 дней. Вот у меня на блоге имеется полноценный обзор, куча видеороликов, есть информация, что как устроено, поэтому кому нужно будет более подробно углубиться, зайдите почитайте, arturnovs.com, вот мой блог, вот здесь вот Zion Trade. И настоятельно рекомендую обратиться еще к ихним амма-сессиям, презентациям, где разбирают там бизнес-планы ежедневно. Смотрите, 27 число одно видео, второе видео, третье видео. Потом 26 число одно видео, второе видео, третье видео, четвертое видео. И так ежедневно, 25 число. То есть ребята постоянно дают информацию, полезную информацию. Профессиональная подача там о крипте. О самом проекте, вопросы-ответы, живой формат, уже долгое время, они постоянно, ежедневно выходят, разные ребята, разные специалисты делятся с вами, как что устроено, какие у них мысли, в том числе и о проекте, все это разбито на разные подтемы, и ежедневно это дело проходит, то есть, если вам будет что-то непонятно в моем обзоре, то здесь углубиться, потратить там день-два, и вы реально поймете масштабы, и перспективы данного проекта. Я не пытаюсь вам его нахвалить, впарить там как-то. Просто говорю по факту, что это рабочий инструмент. Вот долгое время, стабильно, без нареканий, все четко работает. Сегодня у нас 28.04, это воскресенье. А именно по воскресеньям мы заказываем выплаты с данного проекта. Вот такие вот у них условия, такие параметры работы, что каждое воскресенье мы заказываем, а на следующий день, то есть в понедельник, нам эти выплаты приходят. И давайте сегодня закажем эту выплату и покажу вам предыдущие, которые мне приходили. Вот у меня с моего депозита $2505 накапало за неделю работы $136. Мы нажимаем кнопочку «Вывести». Есть у нас два варианта. Это USDT в сети TRC20 и BEP20. Копирую адрес MetaMask, вставляю. Дальше нажимаю «Отправить код в бот». У них есть свой бот, где приходит оповещение, сколько было заработано по вашему депозиту, какой партнер сколько инвестировал средств. Есть отдельно бот по сигналам, есть новостной канал, есть канал, где вот как раз таки проходят амма-сессии, созвоны и так далее. Запрос на вывод успешно сделан. Окей, теперь история операции. Вот как бы по факту, да, вы увидите, сколько я зарабатываю, какая дата, сколько вывел. Видим здесь. Трейдинг – это мой пассивный доход 4300, партнерская программа 5200, то есть выходит 9500 я заработал в этом проекте за 230 дней. Так, одна из последних операций, это было 25.04, вы скажете, это не воскресенье, да, это четверг, это я выводил реферальные.
Вот написано кабинет партнера, кабинет партнера. Это все реферальные. И ребята, я скажу, усиливаются. Последнее время очень активно стали делать крупные депозиты, потому что, ну, видят работу, видят, что все стабильно, и доверяют проекту и усиливают свои депозиты. Так вот, по выплатам 167, 171, 138. Комиссия там небольшая. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько. 166,95. То есть 5 центов. Видим 167, здесь 166,95. И вот их кошелек, с которого приходит партнерское вознаграждение. Я вбил в поиск начала его. Смотрим, 166, 170 и там 53, допустим. 166, 170, 54. Еще есть 138 где-то. Возможно, с другого кошелька была выплата. Еще у них вот есть Disperse App. Идет рассылка выплат именно по пассиву. $188.94. Вот 189. Вот это, походу, оно. И мы можем в поиску еще пробить по пассиву. Вот видим 188.99, 135, 141. Это за неделю вот мой доход по этому проекту. И один из последних 144.94. То есть, как видим, бывают там и 130, и 190, и 130 снова, 140 с моего депозита при моем уровне 6. Здесь еще есть такая градация в зависимости от того, какой у вас депозит, какое количество партнеров, сколько у них депозитов, зависит будет ваш доход. Об этом всем я, конечно же, рассказывал уже неоднократно, поэтому нужно будет изучить. Если вкратце сказать, то если ваш депозит будет до $1000, вы попадаете на второй уровень доходности. Вот на блоге я когда-то расписывал, что это от вашего депозита будет около 17% профита. Если ваш депозит будет от $1000, это третий уровень доходности, и ваш процент будет около 25% с вашего депозита. К примеру, 1000 инвестировали, 250 будете за месяц получать. Ваш депозит работает 90 дней. То есть этот срок проходит, вы можете вывести свое тело вклада, можете реинвестировать. Решение принимать только вам. Если вы сегодня делаете депозит, то он вступает в работу на следующий день. Минимальная сумма вывода $5. Это касательно направления альткоинов. Еще они добавили были биткоин и эфириум. Здесь депозит от $500, выплата от $20. Срок депозита 120, 150, 180 дней. Вот я нашел статистику за 1 апреля, что у них по доходности было. Смотрите, 4 уровень, 5, 6, у меня как раз таки 6 уровень. Депозита 2000, выходит 645. В процентах 32,28. Вот давайте посчитаем. У меня 2505 умножим на 32,28. То есть я по пассиву на своем уровне получаю $808. Это по альткоинам. Вот. Месячная доходность, депозит, если у вас в биткоинах, эфириуме направление. Здесь видим на третьем уровне уже 30%. У меня здесь на шестом 32%, а здесь в битке на третьем уровне. Видим минимальный депозит от $500. Но здесь есть условия по партнерской программе. Вам нужно достичь определенных уровней, чтобы инвестировать средства именно по этим направлениям на это количество дней и соответствующую доходность. То есть, чтобы получать больше, вам нужно иметь 6 уровень. Поэтому большинство заходят вот в раздел Binance, и здесь либо 2 уровень, либо 3. В зависимости от ваших финансов выбираете, инвестируете. В принципе, ничего сложного. Нажимаете создать депозит, выбираете направление биткоин, эфириум, либо же USDT, сеть. Допустим, BEP20 удобнее, вам кошелечек высвечивается, минималка 50, отправили, и депозит на следующий день уходит в работу. Еще такой момент, что при каждом новом пополнении здесь высвечивается новый адрес, там, по-моему, в 00 часов он сбрасывается, то есть каждый раз, когда мы заходим пополнить, проверяем кошелек, и на него именно тот адрес, который высвечивается, нужно делать перевод. Кстати, важный момент, если вы с России, то вам нужно будет включить VPN, чтобы у вас работал сайт. Я слышал информацию, что они планируют создать мобильное приложение, чтобы заходили без VPN, но это будет там в ближайшем каком-то будущем. К середине лета вроде как думают запустить стейкинг, еще подробностей не давали, но то есть планы есть, проект развивается. И вот это то, что постоянно там выходят новости, постоянно они созвоны проводят, спикеры разные выступают, это прям реально круто. Делают всякие обучающие видео на YouTube на разные тематики. Молодцы. Не только дают заработок, а еще полезную информацию, обучение.
постоянные отчеты, статистика, сколько можно было заработать за сутки на том или другом направлении. Расписывается, когда какая будет встреча, и все это дело выполняется. Ребята держат слово, вот лично подтверждаю, 230 дней нахожусь, все четко. Касательно моей команды, которая здесь находится, она постоянно усиливается. Сейчас дождемся, пока прогрузится страница. 105 838 именно активных депозитов. Хочу заметить, что в проекте уже мы участвуем 230 дней, и ребята... Круг идет 90 дней, соответственно, раз круг, два круг, и скоро будет третий круг, который мы здесь пройдем. И кто-то зафиксировался, сказал спасибо проекту, забрал свои там 50%, кто-то может 100% забрал за два круга. А на данный момент именно 105 тысяч, это активные депозиты, количество партнеров постоянно растет. Я благодарен, что вы находитесь в моей команде, и для своих ребят я возвращаю всегда половину от полученного реферального вознаграждения. Это 2,75% от суммы вашего вклада. Там за реинвест, по-моему, 1% платится, потому что у них так система работает. А когда делается новый депозит новыми деньгами, то 2,75% выплачиваю от вашего депозита. Периодически проводятся конкурсы. Также у них есть такая прикольная штука, как день инвестора. Вы, допустим, делаете депозит на $50, принимаете автоматическое участие в этом розыгрыше, в этой акции, и система рандомно выбирает победителя, и вам начисляется $100. То есть, кто вовремя сделал в этот день, просто рекомендую подписаться на их новостной канал, и здесь это все дело они освещают и показывают, когда этот день инвестора проходит, и... Собственно, можете таким образом увеличить свой депозит. 50 вложили, 100 выиграли, в работе будет 150. Постоянно придумывают какие-то активности, люди держатся в фокусе, очень много реинвестов у меня идет. Все это говорит о том, что проекту доверяют. В принципе, то, что я хотел, я вам продемонстрировал, поделился информацией. По дням вот видим все, сколько начисляется, все открыто. Сделки мы можем проверить, история сделок, переходим на любую. На Binance торгуется, проверяем и убеждаемся в том, что все работает, платится. Вот такой вот мой отзыв спустя 230 дней. Продолжаю зарабатывать, все три мои депозита работают. Буквально там, наверное, месяц назад делал реинвест. Да, вот видим 0.3, 0.3, 0.3 в начале, в середине, в конце месяца. То есть все, пошел в реинвест, на новый круг, зарабатываем, приумножаем. Надеюсь, был полезен, интересен. Ставим палец вверх, подписочку и будем зарабатывать вместе одной командой. До скорых встреч, друзья. Пока.